нужно подготовить девиз. Третья задача – нам нужно обязательно подготовиться к дню учителя. И четвертая задача – нам нужно отрепетировать флешмоб. А во главе всех задач – разработка эмблемы. Объединенный совет активистов, или ОСА 47-й Ульяновской школы, подготовил варианты. Как ясно из названия, на рисунках черно-желтое насекомое. Лучший вариант определили голосованием, точно так же, как и девиз команды. Она краса, неповторимая ОСА, без нас она не может, союз наш ей поможет. Союз и правда играет основную роль – объединить школьников, сгенерировать их идеи в одно целое и раскрыть таланты. С 2022 года эти обязанности легли на плечи советника директора по воспитанию и взаимодействию с детским общественным объединением. Должность заняла Ольга Родионова. Этим летом педагог прошла федеральный отбор, тем самым подтвердила уровень своей компетенции. А ведь наши дети очень талантливы, очень многогранны, и иной раз в школе невозможно ребенку раскрыться. Да, здесь уроки, здесь мы должны обязательно учиться. Есть какие-то кружки, да, без исключения. Мы ходим в школу и в Центр детского творчества. Но вот сама школьная жизнь зачастую остается не такой, скажем, сероватой. Сейчас всю серость будней школьный актив раскрашивает яркими красками. Такая деятельность молодая, единого направления работы нет. А вот планы на будущее уже построены. Журналистика, рисование, танцы. Словом, детям скучать не придется. Я познакомилась с очень многими уже людьми. И на самом деле, правда, это очень помогает. То есть мы чаще уже начинаем общаться, заводишь больше новых друзей. Сразу после интервью Ксюша присоединилась к друзьям. Ребята разучивали новый флешмоб. Танцевали дети с 6 по 9 классы. Именно они вошли в совет активистов. Подобная работа с активистами под чутким руководством советников организована в 278 школах из 23 муниципалитетов. В 2023-2024 учебных годах новая ставка появится во всех школах Ульяновской области. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.